Спасибо, Луни, за хост. Здравствуйте. Так, продолжаем смотреть место преступления во дворе. Чё говоришь? Я могу обнаружить здесь след моего убийцы. Давай. Грубая сила. Должно быть, убийца столкнул статую, чтобы ее расколоть. Окей. Как именно погибла Айрис? Самоубийство. Раздавлено. Камни статуи. И... орудие убийства. А, это у него типа призрачный... ёпт. Это он видит как призрака. 2 из 6. Изучить. Волочение. Наверное, это кровь Айрис. Видимо, она пыталась бежать от убийцы. Убийца выкинула ее в окно. Разбито. Разбитое стекло. Совсем как на месте моего убийства. Так, что там было? Звонарь преследует Айрис. Айрис убил звонарь, но как он ее нашел? Так, он ее выкинул из дома, наверное, в доме надо посмотреть. А как вы? Мы там были? Подожди, разбитое окно. Со второго этажа выкинул? Ты ебанулся, что ли? Подожди со своими выводами. 2, 3, 4. Это мы изучили? Сокрушающий удар. Это может разбить только очень сильным ударом. Возможно, кто-то или что-то ударило... упал с большой высоты. Да ты прям Шерлок. 4. А, 5. Тяжелая. Вот здесь стояла статуя перед тем, как ею придавил Айрис. Вывод? Нет! Нет, пожалуйста, перестань! Прошу, оставь меня! Не надо! Завершил дело. Незаконченное. Где там у тебя силы? Черт возьми, если бы она осталась в больнице, была бы жива. Была бы, что поделать. Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Помни о том, что ты не виноват. Сила лебедя. Прости. Пойдем на второй этаж. Место преступления. Найти наверху след убийцы. Го-го-го-го-го. Мы здесь пройдем? Ой, а мы тут не были, что ли? Табличка «Дом священника». Сейчас в 902 году мы освещаем этот дом священника, воскресший словно легендарный феникс. Не, ну я тут бывал, вот здесь вроде бывал. Хотя хер, нет, я здесь был, точно. Так. М-м-м.
что лежало сзади? Где? Вот это что? Пау. Такое. Такое, Егор, такое. Где лежало? Вот это? Да это хунай. Это телек. Полтергейст. Да это все, да там пиво. Да это пиво и года. Все нормально. Это полтергейст, туда можно вселиться, просто телек включится. Ничего такого. О, сок. И опять стало для рестлинга. Как-то второй этаж подняться. Ну не на лифте же. Лифт из ванной. Что за чудо случилось? Ну ее полиция немножко повязала. А с другой девчулей на нее памятник упал. Так, как ее? Не Софи, а Айрис. Надо запомнить. Да, блять, где выход, сука, бесишь, игра? Или ты мне опять предлагаешь искать кошку? И с помощью кошки телепортала наверх. Во, специально для Егода. Просто теперь включается. Ничего такого. Чико. Чё? Чё, Чико? Да ебать! Выход. Где выход? Ты бомбил, да, сидел сейчас? По-любому. Там монитор. Четкий какой. Я не помню, мы тут бывали? Вроде как да. Я просто думаю, может, я что-то вообще пропустил? Или может... Опа. На место убийства пришел. Тут это, руки Микки Мауса. И окно. Ой, еще кого-то убили. Я могу обнаружить здесь след моего убийцы. Подожди ты. Опачки, это что такое? Ну-ка, собрать. Храм. Мы с Роном не религиозны, но, похоже, я убедил его, что поход в церковь святого Бенедикта — это хорошая затея. Для меня сегодняшнее посещение как глоток свежего воздуха. Отец Макколи столько делает для местных жителей. Вся моя работа с трудными подростками — ничто в сравнении с тем, чего добился он. Воистину, он святой во плоти. Еще выше можно подняться. Ёх ты, барахты. О, по тубзикам. По тубзикам. И ничего. Нет, подожди, не пойду. Я хочу записки посмотреть, вдруг они тут есть. Нету. Пойду еще выше скажу. Оу, тут еще одну. О боже. Светильник еще убили. И что теперь я должен ей сказать? Зачем убийца сюда приходил? Дезантура! Мисс, что с вами? Вы так резко замолчали?
Привидение увидел, ёпта. Анализировать. Падает. Нуждается в помощи, наверное, и напугана. Привет, мистер Пинго. Это что за фрагмент-то? Что-то я не понял. Айрис проталкивается через толпу, видимо, убегает кого-то. Тут свадьба, что ли, была? Ёпт. Ёпт. Тут свадьба была. Охренеть. Девочка убегала. Он гнался за ней. Не за нами. Свидетельница утверждает, что убийца, очевидно, хотел убить Айриса. Они просто попались под руку. Пиздилка на свадьбе, обычное дело. Само собой. Только пиздилка обычно не заканчивается тем, что жених и невеста валяются на полу, окровавленные. Ну это так. Они даже до горячего не дошли, ну. А это вообще вон даже не дотанцевал на столе. Поверженный. Отброшенная жертва. Зачем убивать столько людей? Хороший вопрос. Нет шансов. Безжалостный убийца напал на этих людей. Покалечен. У них не было ни единого шанса. Трупы повсюду. Как один человек мог сотворить такое? Зашел, сотворил. Представляешь, такое бывает. Путь к спасению. Должно быть, Айрис, а за ней убийцы выбрались во двор именно этим путем. Ну, тут я хз. Тут я вроде все нашел. Хотя нет. Вот еще. Осколки. Снова разбитое стекло. Может он... Стеклодув? Убийца стеклодув! Разбито. Наверное, его разбил убийца. 8 из 9. Это оценка. А здесь-то что все опрокинуто? Кого-то швырнули через стул. Что тут, блядь, произошло? Тут стол кинули, блядь. Улики 8 из 8, когда я успел. 8 из 9 же. Надо. Ну ладно, вывод. Так, давайте сфотографируемся. Нам нужно на торжество. Все заходите. О, боже. Хорошо. Все нормально. Все хорошо, хорошо. Не торопись. Отпусти, отпусти. Он здесь. Что? Добрый вечер. Эй, послушайте, вам придется уйти. Нихуя себе. А ты угораешь? Ебать ты красавчик, чувак. Нет, нет, нет. Это не характерно для звонаря убийства. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики. Нет. Надо было знать что. Я также играю в Хитмана. Ебашу всех. Люблю стелс.
Так. Где-то там лестница была, я уже забыл. Мать ёб. Ой, все сложно-то в этом доме. Вот здесь. О, лестница на третий этаж. Хорошо. Щетки. Тут как бусы рассыпались. Не то. Рана сатана. Причем здесь сатана? Ну, рана. На шее. Шея сломана. А, это типа хруст костей. Ядрить там силищу. Ты точно Алекс Мерсер? Он хотел учить Айрис. Правда, не уверен, что Джой от этого станет легче. Проклятие. Он погиб, защищая Айрис. Последний акт самопожертвования. Ну, на небеса попадет. Что тут было? Кошка напугана. Кизя напугана. Ментальный след шипящей кошки. Что-то сильно напугало кошку. Брошено. Разбитое фото Джой с мамой. Смотрит. Обнаружен. Походу его кто-то заметил. Кисю напугал Фронзи. Убийца помешали. Священник застал на чердаке убийцу. И тот уронил то, что держал в руках. Уронил? Я бы сказал, он швырнул, блять. Так, улики. 4 из 5. А чё, я еще не нашел? Он, наверное, как-то сюда вошел, возможно. Ну, вообще, вот люк, как бы нет. Как тебе такой вариант? Нет, не нравится? Ладно. Давай сюда сходим. Ёп, твою мать. Это еще что такое? Это я находил? Комната Джой? По-моему. А че, какая последняя улика-то? Да ты слышишь? Серьезно? Кошка? Скрытность. Следы кошки. Раз есть следы, значит кошка где-то неподалеку. Вот те раз. Кошка-убийца. Зачем убийца поднялся сюда? Смерть от самокрови. И как бы... Наверное, так. Но не за кошкой же он сюда, блядь, поднялся. Наверное, так. Ее не назовешь идеальной соседкой. Да и грубовато она немного. Зато комната очень хорошая. Со временем вы поладите. Не волнуйтесь, я умею ладить с кем угодно. Вот с тем мужиком за дверью палать. Вот и окей. Комната.
пришли? Отец? Что с вами? Беги, беги! Едеть, он кулак напряг. Убийца пришел за Джоя, а убил Айрис. Этот след никуда не ведет. Кися. А мяукает на заднем плане. Где же Бакстер? Если его здесь Кися. Нет, значит, ему придется объясниться. Кися. Ну что скажешь? Что-нибудь видела? Допросить кошку, да? Убийца пришел за Джой, но узнав, что здесь Айрис, решил убить последнюю. Узнать, что видела кошку. Эй. Кошка? Ты чё? Куда делась-то? Алло. Кошка, ты куда делась? Чё происходит? Кошка! Кися! Вот она. Тихо, киса. Тихо, успокойся. Это всего лишь тринароном. Кс-кс-кс-кс. Ключ упал. А тут что за хрень? Убийца что-то здесь выронил. Может, кошка сумеет достать? То есть до этого ты пытался до нее добраться, а теперь ты просто вселишься в нее. Окей, привет, Гранж. Видишь, что-то уронил в вентиляционную шахту. Жух! Ну, Гочу. Мяу! Он уронил это в шахту, и оно ушло, да? Я правильно понял? Ой, Кися, ты чего? Кись, не балуй. Благодарю. Спасибо. Мяу! Мяу! Что это за звуки? Ключ, вилка, ложка. Ключ, наверное. Знакомый дом. Это поместье этого, дом правосудия, ёпта. Первого судьи. И не первого судьи. Одна из исторических достопримечательностей Салема, особняк судьи, где в 1692 проходили процессы над ведьмами. Это явно вот он! Его убежище. Спокойной ночи, мистер Микрайт. Надо попасть в дом правосудия. Here comes the justice! Ту-ту-ру-ту. А, вероятно, этот дом правосудия с картины музея есть логово убийцы. Случайные жертвы. Тобойно не входил в план звонаря, не просто встали мне на пути, и он убил всех, как и меня. Туру-туру-ру, с неба до земли. Возможно, звонарь сейчас находится в доме правосудия, начать расследование, само собой. Что это было? Да, блять, вы заебете. Дому дороги. И это все? Вы этим меня хотели остановить? Ну шо ж. Хуёво у вас как-то вышло. Так, а как я назад вернусь? Я же никак не вернусь назад. Вот это проблема. Цитировал Quest Pistols. Чё? Я? Yeah? Это Quest Pistols? Я в душе не знаю, кто это поет. Просто понятия не имею. Город.
Я задал такой вопрос? Ну ладно. В голове просто беда. Ну ты же призрак, вытащи меня отсюда. Давай. Поверь, так будет лучше, правда. Ну да. Но что там произошло? Он не мучился. Ты врешь. Он погиб, защищая невинных, все, что могу сказать. Он погиб из-за меня. Эй. Невменяемость не поможет тебе уйти от обвинения в незаконном проникновении и побеге. Так что хватит прикидываться, ясно? Рекс, отвали от нее, а? Может, объяснишь нормально? Нет. Так я и думал. В участке решим, что с тобой делать дальше. Почему со мной вечно проблемы? Джой, скажи ему, что мы нашли. Они должны знать все. Попробуй его как-нибудь убедить. Куда пойдешь? След убийцы ведет в тот особняк, который мы видели в музее. Расскажи о нем Рексу. Возможно, это логово убийцы. Ладно, попробую. Вот она минут через 10 удивится, я прям чувствую. Рекса задерживает Джой. Я знаю, как это мучительно, потерять свободу, но это лучше, чем лишиться жизни. Так, куда мы там чалим-то? Добраться до как? Так куда? До особняка? Да? До дома правосудия. А он здесь есть? Мы до него сможем дойти прям? Класс. Куда все время пропадает? Да ну телепортадо. Почему все время они пропадают-то? А, это дом правосудия здесь? Меня все время отсюда выкидывало, он говорил, что я сюда не хочу идти. А теперь ты решил зайти все-таки сюда. Ну ладно. В свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. А теперь просто захолустье, известное лишь старыми страшилками. Побывать там и злейшему врагу не пожелаешь. Так, вот и он, дом правосудия. А он вовсе не такой заброшенный, как кажется. Лучше бы я был неправ. Лучше бы я был неправ. Дом и дороги. Сюда никуда нельзя, да? Здесь выйти. Окей. У нас один вариант идти наверх, только если. По-английски. Че это? 10 штук. Иди дарите. 10 штук. Стихотворение 1. Сегодня скачешь на метле, а завтра спрячешься. Спляшешь ты в пепле.
Это типа, сегодня скачешь ты на метле, а завтра спрячешь ты в пепле? За дьявольский разгул разврата ждет ведьму страшная расплата. Опачки. Здрасте. Загробная жизнь. Сегодня спросил Ронана, верит ли он в загробную жизнь. Он спросил, что я имею в виду, рай или призраков. Я сказал, что призраков, и тогда он рассмеялся, но ничего не ответил. Значит, не верит. В петле? Это было П? Ну ладно. Я говорю, мне не нравится этот шрифт. Он ужасен. Я что-то не так читаю, извините. И еще 9. Здрасте. А дом-то большой. О, здорово. Что такое стихотворение 2? Исчадие ада среди людей, для душ невинных нет страшней. Быть пищей, пищей бесовским слугам, но ты получишь по заслугам. Звуковая команда выключит, да? Надо было, наверное, с этого начать. Потому что я по одной стороне пройду. Сейчас буду тут. Запутаюсь нахер. Где был, где не был. Стихотворение 3. А тот, кто вступит с ведьмой в связь, повергнет душу в гниль и грязь. Во тьму и морок безвозвратно, и нет ему пути обратно. Стихотворение 4. Избавить мир от колдовства, изгнать отродье бесовства. На это вряд ли хватит сил, ведь час расплаты наступил. Чтобы мир спасти от разрушения... Чтоб сплотить все наше поколение, правду и любовь навсегда изжить, чтоб вершин достичь. Да. В бой идем мы, Джесси, Джеймс. Мяу! Сука, это факт! Простите, я не удержался. Тут что-то дохера народу померло, я смотрю. Прям что-то совсем уж дохера. Одни трупы. Трупы. Жесть какая-то. Так, ну и походу надо в эту комнату. Что больше проходов я не вижу. Давай заглянем. Здрасте. Твою мать. Это что еще за дерьмо? Ого. Что это такое? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала. Только сама лишь ведьмой стала. Кара настигнет ее в эту ночь. Сгинет в мучениях, блудная дочь. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все осмотреть. Забыть о чести? Ради мести? А что сейчас только что открылось? Я что-то не понял. 33 же стал. Ой, все.
Смотреть детально. Найден третий повешенный. Три убийства через повешение связаны с позорной историей Салема. Похоже, что в этой истории Салема происходили другие убийства. Казни ведьм. Похоже на то, что это делает звонарь. А, во. Стихи от Джой. Убийца нужна Джой. То есть он только поэтому понял, да? По то, что она там ключи, короче, украла. Ебать, он факты умеет сопоставлять. Речные вещи. Трофей? Что это? Коллекция вещей? Некогда принадлежащая жертвам звонаря? Жертвы и способы их убийства. Эти дикие способы убийства. Трудно сказать, убийца преследует определенную цель или просто шизофреник. Нет, там было написано, что... Сейчас, подожди, где это было? Ай, в пизду. Что-то он там сказал по поводу греха. И как раз показали эти ключи. Это был сам дьявол. Мэр Стадар утверждает, что не виновен в жутких убийствах. Прошла серия убийств. Более 100 лет назад в Сареме произошло несколько зверских убийств. Таинственное прошлое. На этой карте отмечены места всех его убийств. Полиции известно гораздо меньше. Эу. Это херово. Что я еще могу сказать? Стоп, стоп, стоп. Похожие убийства. Но между ними десятки лет. Что это значит? Подражатели, заговор? Что еще ты спрятал в этом доме, урод? Убийца-подражатель? Что это было? Вот это сила. Убийца-подражатель. Подобные убийства совершали в Салеме на протяжении века. Возможно, были подражатели. Да иди ты нахуй! Верни меня назад, где я был. Я там не все осмотрел. Ща не понял. История Кассандры. Какая невероятно мощная аура у этого дома. Как в музее, где пытается возродиться древнее зло. Надо рассказать об этом полицейскому Бакстеру. Не исключено, что это жизненно важно. Дисбаланс в доме правосудия. Мать Джой ощущает типичную, нетипичную сверхактивность духов в доме правосудия. Очень мощную, исполненную злобой. Собрали. Дело Кассандры. Молодцы. Молодцы, были внимательны. Так, ну-ка давай я вас выключу. Вы что-то заебали. Вы что, вдвоем решили сагриться? Хуй там. Свалили. Блин, ты дурак, что ли, блядь, сквозь стены так вываливаешь? Ну лети туда, ёпта. Че тут все стены освещены? Хер пройдешь. А
какое у вас средство защиты есть? Дюкс. Так. Про какую защиту идет речь? Красавчик. Бэм. Бич. Собрали. Семь еще. О, господи, как много-то. Так, хорошо каркать. Итак. Здесь проход? Нет. Тут, блин, очень сложно ориентироваться. Очень узкие пространства. Прям, знаешь, тяжко. Тяжко как-то ориентироваться. Сквозь матрасы буду проходить. Все. Ну там, ёпта, призраков-то привел, а? Форточку не закрыли, сука. Так, здесь мы... Окей. Окей. Да, вот это почитаем. Незнакомый Ронан. Иногда мне кажется, что я его совсем не знаю. Я думал, что мы так близки оказались лишь в моем воображении. Я думал, что такая тема, как криминальное прошлое, должна была всплыть раньше. Но сейчас меня отталкивает даже не его прошлое, а то, что он его скрывал. Возможно, наши отношения уже не исправить. Ой, да ладно тебе. Что там, ёпты, пришел, слышь? Так, все-то. Походу, в подвале что-то еще есть. Ну-ка, ну-ка. Опачки, привет. Еще пять. Еще пять штучек до страшилки. Это что такое? Лестница? А. Ну ладно. Так, здесь я выходил. Опа. Собирайся, собирайся. Угу. Здесь тупики кругом. Ну, вот это проход, да, окей. Табличка кухня. В этой маленькой комнатушке слуги заваривали чай, а обед и ужин готовили рабы на отдельной кухне. Так как в колониальную эпоху домовладельцы очень боялись пожаров, угроза возгорания была весьма реальной. Вероятно, за всю историю существования у этого дома было полдюжины кухонь. Но ни одна из них не сохранилась до наших дней. Прикинь, три вывески остается. Три вывески. И я узнал историю Салема. Целиком, блядь. А какие рабы были? Ну, бывали еще белые, конечно, но в основном-то, конечно. Африканцы. Колониальная эпоха, ну. Ну чё ты, колониальная эпоха. Что это тут у нас? Ссора с Ронаном. Иногда этот мужчина превращается в грубое животное, да, я знаю, что у него неприятности на работе, но ведь дома про них надо забывать. Да, я знаю, что завтра будет лучше, но сейчас все больше не забуду об этом. Чего? Все больше не буду об этом думать. Ой, все. Не можешь прочитать текст нормально. Ой, все. Позволяет. Да.
Чё этот некрополь себе позволяет? Вообще. Как вы заедрили меня уже? Там записки лежат две. Ядрить четыре вас! Да вы охерели, что ли? Ё-моё. Это будет жестко. Бежать еще придется вверх. Все в идеале можно было право сначала убить. Он как-то поближе ко мне. Но это будет сложно. Да ну нахер этих демонов, с ними надо по стелсу просто работать. Терпеть не могу стелс. Ты только влево-вправо, что ли, ездишь? Слышь? Ну, пизда руля. Да ты еще и в этом застрял, ну обосраться. Спасибо, блядь. Охуенная игра. 10 из 10. Вот не было бы этих демонов, было бы вообще охуенно. Я думал, тут стена. А тут ее нет. Вот террас. Он не скучный, я просто стелс не люблю. Я первый. С. Уёбывай. Да тебе любая игра скучная, если там экшена нет. Вечно какие-то претензии к нормальным играм. Давай-ка мы разберемся с ним сначала. Правда. Вот эта игра нормальная, чё ты не придираешься? Так ты ведешь себя стереотипично, блядь. Не знаю, мне нравится эта задумка с этим перемещением. Нравится, не бубни.
Готово. Так, откуда мы пришли? Просто у тебя есть огромная склонность к тому, чтобы обижать хорошие игры. Огроменная просто склонность. И складывается впечатление, что тебе нравятся только шутаны. Только экшен главное, чтобы был, и все. А все остальное как будто нахуй не нужно. Ну, допустим, Fable точно в этот список входит. Теперь и эту ты игру, говоришь, стелс здесь не очень. Не первый раз же, ну. Так, я откуда-то пришёл? Чё, блядь, куда я шёл-то? Всё. Я запутался. Мы шли вроде как сюда, да? Да, вроде как сюда. Чё тут было? Так, а суды проходили в этой... комнате? Суды? Судно? Открыто достижение охоты на ведьм? Я чё, все эти собрал, что ли? 4 февраля 1693 года. Все ведьмы пущены на свободу. Губернатор Филс больше не позволил их преследовать. Но меня беспокоит девочка. Я пригрозил расплющить её камнями. Она с восторгом рассказала, как её пытал отец. Как он давил её камнями и топил, дабы она обвинила его врагов. Следовательно, не я первый решил использовать это существо, и мои угрозы ее не страшат. Те, кто видит призраков из постороннего мира, они считаются колдунами и будут преследовать их, невзирая на запреты. Ее нужно уничтожить, опираясь на все законные средства. Табличка, салон. Салон в доме судьи. А то, что мы были названы гостиной. Чё? То, что мы назвали гостиной. Одно из самых просторных комнат, пригодное для проведения судебных заседаний. Процессы над ведьмами иногда проходили здесь, а иногда в другом общественном здании, например, в таверне. Ну, чё, нормально. Повесили ведьмы и побухать. Хули бы нет. Практичные люди. Чё? Так, туда можно. Потом ведьмы закусили, ну ты что-то переварщиваешь. Предложение. Это помешало мне сказать Ронану, да? Что помешало мне сказать Ронану, да? Что помешало мне сказать Ронану, да? Возможно, перспектива замужества в целом. Я всегда... Почему они такой вопрос поставили? Я всегда считала, что буду независимой женщиной. А в таком развитии событий я не думала. Но я не могу с ним расстаться, не могу. Еще 3! И серьезно, они что-то знак вопроса поставили. Я сижу, думаю, что у меня не клеится предложение вообще никак в голове. Суки. Еще ниже. Сколько тут этажей-то, блядь? Господи, Бакстер! Я должен был тебя остановить. Садок. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок. Скажи, зачем?
Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Да это не он. Ты думаешь, это я, звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал. Ты должен мне помочь. Где мы вообще? Нужно выбираться отсюда. Нужно выбираться. Так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Так кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. Что ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело, даже после приказа Рекса. Так вот почему ты был в музее. Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой, стой, стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой: я знаком со смертью. И что-то там вроде: мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Придется разбираться, что это значит. Глаз не болит? Спроси у него. Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Вот теперь заживем. Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка, но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Так, возвращайся. Два дебила. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь. Так, быстро. Договорились обо всем. Молодцы-то какие, прям вообще огонь. Так, где? Опа. Я прибыл сюда, как свидетель сообщил свою... Чё? Это же было уже. Это тоже было. Ты не отметил, как проверено, что? Выяснить, находится ли убийца еще в доме правосудия. Да я думаю, ему это вырвали глаз. Что вроде как на затылке нет отверстия никакого. Как это, как черная мамба, хуяк в глаз, да? Как в Убить Билла, помните? Не минус Бэкстер, или как там, Декстер, блять, как его зовут? Бакстер. Бакстер Стокман, все, надо запомнить, Бакстер Стокман. Но Стокман это не его фамилия, это так, чтобы запомнить мне. Табличка подвал. Подвал в доме судьи зачастую служил тюрьмой для заключенных, которые ожидали суда. Ты обычный... Этот обычай явно соблюдался и здесь. Сюда бросали тех, кого судья Готтерн судил по обвинению в колдовстве. В таких случаях заведений для долгосрочного заключения не требовалось. Ведь по английским законам ведьм сразу казнили. Бляха, сейчас бы еще одну табличку, и прям вот вообще ачивочка будет. Хорошо, прям. Я могу где-нибудь здесь пройти?
походу нет. Ядрить где? Следуйте весь подвал. Весь? Ядрить. Насколько же он большой-то, этот подвал? Черт, что тут произошло? Судья? Судит? Обвиняет? Суровый? Ты говоришь, что невинна, но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары! На Чейнгтатуном похож, блядь. Только... Ой, бляха. Ай, так, чего мы искали-то? О, обвинитель. Обвинитель провозглашает, что наказание должно свершиться. Опа. Херак. Вот это вообще сейчас было заныкано прям. Стены. Оттуда пришли. Здесь опять стены. Это что такое? Кто это нарисовал? Когда-то знак звонаря нарисовали в камере. Ну что, ну кто это сделал? Потушенный свет. Держу пари, толку от этих, от них в этой тьме практически не было. Или не было никакого. Ну это, девчуля. Умоляет. Абигейл. Отдыхает в тюрьме. Отдыхает в тюрьме. Играет в тюрьме. Замечательно. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Абигейл в заточении. Опа. Узница. Больше похоже на средневековую темницу, чем на тюрьму. Так вот еще. Абигейл держали в заперти, а она считала, что это несправедливо. Что-то еще? Ну, здесь должно быть что-то еще, явно. Так, нет, это дорога наверх. Опа. Тюрьма в тюрьме? Зачем понадобилось сажать в клетку заключенного и так запертого в камере? What the fuck? Нет покоя грешникам. Похоже, эта кровать еще хуже тех, на которых мне доводилось спать в тюрьме. Ну-ка, вывод сделаем, что ли. Да уйди ты, блять, встал тут. Что здесь произошло? Вот он. Вот этот хуй. Вот эту чувиху. Обвинил. Наверное. Ты говоришь, наверное, что так. Невинна, но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты исчадие ада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Ну, я придумал, на кого он похож. Он похож на Джеймса Франка. Что за мерзость ты малюешь? Мой знак, как клеймо, сжёг плоть этого города. Оу, серьезно? Пусть это займет целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в Салеме. What the fuck?
выходит, мой убийца Абигайль. Она звонарь. Вот это сейчас было неожиданно. Ну ладно, окей, окей. Ну ладно. Уговорили. Так, а я эти-то не собрал, да? Бакстер знаком с Джой. Бакстер знал Джой и хотел найти и позаботиться о ее безопасности. Когда угроза со стороны Зварина сама реальность, Бакстер спрятал Кассандру в квартире за городом. Сегодня вечером убийца собирается совершить очередное убийство с помощью орудия смерти. Звонарь убил Бакстера в подвале Дома правосудия. А где эта хрень-то? Я все время путаюсь. Сколько осталось-то? Три. О, три. А где три-то я еще тебя найду? Я тут вроде все обыскал. Ядрить. Здесь внизу один мы нашли. Хорошо. Леонид, находил? Здесь. Так, стоп, я что здесь не ходил? Нет, я ходил здесь. Я думаю, чуть там зелененько. Находил? Окей. Сейчас, походу, будешь говорить. Если помнишь. Пропал, значит, все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел Джой? Куда Абигейл могла затащить Джой? Церковь не вариант, Дом правосудия не вариант, нет новых улик. Куда шла свидетельница? Забрать досье. Сельский участок, чердак церкви. Старинная виселица. Оу. Победил звонарь. Так, наверное. Так. Орудие смерти, то есть ее смерти, там, где ее казнили. Ее повесили. Это виселица в музее. В музее? Подожди, малышка, я еще не ухожу. Подожди. С неба до земли. Если убийца Абигейл, значит орудие смерти это виселица в музее. Так, ну здесь я что-то не вижу никаких тайных проходов особо. Здесь может, конечно, но нет. Повыше. Или там было. Короче, давай, Леонид, руководи. То я сейчас буду тут неделю искать. Внизу есть еще что? Нам остается сколько? Три?
ну, призраки же, типа, когда вселяются, делают сильными, наверное, людей. Как это работает обычно? Я просто даже не подумал, что это призрак, я просто подумал, что это человек обычный какой-то. Ебать, какой сильный. Ищи сверху. Окей. Ну, кстати, да. Так, подожди, что сохранение прошло сейчас? Это я на выход, что ли? Походу, да. Ну-ка, дай. Да ну я... Ты дурак, что ли? Что происходит? Здесь... Здесь я уже что-то нашел. Вот так, если. Хуй-то там. Ну и где тут может быть? Что-то я... Собрать стену. А, убрать. Собрать. Так, ищем трясущуюся стену. Забитую деревяшками, как вариант. Ой, дичь какая. Блин. Обидка. Пока не вижу. Все уже был. Сюда заходили. Ядрить. Вот ядрить, так ядрить. Что-то вроде бы уже все обошел. Итогом ни хера, скорее всего. Да. Тут были. Бляха, а где ж тогда не были-то, алё? Что-то все сложно. Ну-ка, не то. Блёх. Тут ничего. Блин. Mm.
найти ногу. Где ты? Блин, что вообще? Я ничего не могу, ничего найти даже. Тупик. Кругом тупики. Все уже был. Камин нельзя никак. Дамс. Ну, как бы да. Три. Да я в душе не знаю. Вроде весь. Мне сейчас показалось, что я все нашел. Но в итоге нет. Очень сильно нет. Как обычно, блин, заглянул под каждый угол. Но, как обычно, ни хера не нашел. Очки. Один есть. Так. Ну, здесь я, по-моему, вообще все обошел. Все, что только можно было. Подожди. Проверка. На всякий случай. Нет, все. Здесь все. Больше я вариантов не вижу, куда там можно заглянуть. Здесь. Еще два, бляха-муха. Да я уже заглядывал. Там тоже был. Здесь чего? Здесь у нас проход сюда. Все уже, по-моему, нашел. То, что было нужно найти. Так, все, с левой стороны все. Ступик. Бляха, это как? Запутало меня. Да ну чё ты там в ворону, блядь, въехал, что ли? Ну ты живи, блядь, с этой вороной. Заебёшь. Это так грустно это искать.
вспомнил? Все вспомнил. Дверь. На втором этаже. А это какой этаж? Сюда не ходил еще. Собственно, все. Все остальное я вроде здесь обшарил. Да? Все. Какой это этаж? Это первый. На втором этаже перед комнатой звонаря. А где комната звонаря? В самом конце справа. Вот эта комната звонаря была, да? Убрать дверь. Опачки. И еще одной не хватает тогда, получается. Бля, где еще одна-то? Подожди, я до этого какой этаж осматривал? Так, это я первый был. Окей. По-братски, Чекуль. По-братски. Неплохо зарулил. Прах праху. Обрывки призрачного прошлого. Давайте посмотрим. Для подростков Салем был не самым привлекательным Спасибо. Местом в мире. Когда мы с друзьями играли после школы, обычно мне приходилось как следует напрягать воображение, чтобы хоть как-то оживить занудную повседневность. Для нас история Салема состояла из пары жутких историй и достопримечательностей для туристов. Ведьм не существует, мы все это знали. Вот почему над Робби Барнсом смеялась вся школа. Он на самом деле в них верил. Сейчас, оглядываясь назад, я жалею о том, что мы так над ним издевались. Возможно, именно из-за этого он и умер. Не помню, кто именно из моих друзей придумал разыграть Бобби. Однако, скоро этим увлеклись все. Бобби или Робби? Мне поручили найти какое-нибудь старое заклинание. На это ушло минут 15. Ведь в библиотеке были практически все книги, когда-либо написанные на эту тему. Для следующего этапа нам понадобился пустующий дом правосудия, который стоял на холме. Все говорили, что в нем водятся призраки. Мало того, ходили слухи, что в каминах дома судья Готтерн сжигал тела осужденных ведьм. Тут и должен был сыграть свою роль Робби. Мы поспорили с ним, что он не сможет пробраться ночью в дом правосудия, взять из каждого камина пригоршню пепла, а затем зажечь свечи, посыпать их этим пеплом и прочитать заклинание. Мы сказали ему, что если все сделать правильно, свечи погаснут. И если он это проделает, и пламя свечей хотя бы задрожит, то мы больше никогда не будем над ним смеяться. Мы видели, что ему страшно, однако он набрался храбрости и согласился. Мы не сказали ему лишь о том, что спрятали в доме камеру, чтобы запечатлеть всю эту забаву на пленку. На следующий день Робби не пришел в школу. Так Бобби или Робби? Решили, что он струсил, и ему стыдно показаться нам на глаза. Потом я узнал, что Робби официально считается пропавшим. Когда я забирал пленку из спрятанной камеры, у меня дрожали руки. Я нажал кнопку воспроизведения и промотал все в ускоренном темпе, пока не увидел Робби.
Он все делал так, как мы ему сказали. Но затем перед камерой возникла темная фигура. Робби в ужасе обернулся, а по экрану пошли помехи. Когда картинка снова появилась, Робби уже исчез. И единственным признаком того, что здесь что-то произошло, был дымящийся камин в углу. Ух, ёбаный рот. Внезапно. Внезапно. Так, ладно. Валим. Походу. Ну, пойдем к музею истории Салема. Дай, не падай. Он не может в кусты. Так, ну это, слышь, давай, пробегай. 60 метров. Вот с этим бы вот понять делом, что не так. Что я не нашел здесь. Еще какие-то две улики были. А я их проебал где-то. Ладно. Не важно. Пойду дальше просто. Просто пойду дальше. Так, это... Гифт-шоп. Окей. Музей истории Салема. Внимание, после перехода к финальной сцене вернуться в Салем будет нельзя. Нет, я нашел 9 из 11. Там написано. Финальная сцена, ребят. Ни одно убийство нельзя оправдать. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это еще отвратительнее. Ты что там перешагиваешь? Да ну конечно. Теперь еще, да, триллиард этих штук непонятных. Никогда меня не остановите. Джой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. Серьезно? Тихо, тихо, тихо. Чика ведьма. Чика ведьма. Я... Правда, что-то в растерянности. Почему именно он тогда? Я просто думал, что если это он убивает, ну просто записок сестре, короче, было написано, что типа криминальное прошлое у него было какое-то. Я хз. Криминальное прошлое у него было. Это очень странно. И что-то еще. Что-то еще было написано. Про жетон. Это девочка у реки. Я просто сначала... Ну, тут два варианта было. Реально, про Рекса ты не подумаешь. Потому что это Рекс, типа. Он там, типа, все помогал, все дела. И Бакстер. Ну, Бакстер, это было бы слишком очевидно подумать на него. Да я хуй знает. Ну, вот про Абигейл я вообще что-то прям... Что? Что за внезапинка?
Ладно. Нет, только не ты, Рекс. Она тут совсем ни при чем, убегает. Еще как при чем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Туда, вниз, идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом, так и делаю, Егор. Силу, которую так и делаю. Обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Абигаль, стой! Миленько. Туч! Ты сука. Что ж ты делаешь? Не сейчас. А ты еще и так умеешь. Ни хера себе. Это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. А-а-а. Это она их вызывала? Ни хера себе. Неожиданно. Держись, малышка. Я сейчас. Ща-ща-ща, погоди. Эй, чё? Да-да, алё-алё-алё. Чего, блядь? Чего, блядь? Это чё сейчас было-то вообще? Что? Так как там было куда я? А как скипнуть? Так какого хуя он начал там-то? Я ничего не пойму. Ку. Как остановить Абигейл? Бляха! Громкий крик! Я даже не увидел никакого кутые. Ядрить. И почему оно вообще появилось, если второй раз оно не появилось? Все кончено, бегай. Что за ересь просто? Я появился, походу, в другом месте и умер сразу. На сестру мою, похоже. Типаж лица такой же. Так, стоп. Чего? Стой, что происходит? Чего? Да иди ты нахуй, говно. Блять, почему опять заново-то, алё, блять? Я ебал эту игру. Вот сейчас прям внезапно взял и ебал эту игру. Что за ересь? А! Еще и местами поменялись. Громкий крик. Давай. Я знаю отличный способ. Как остановить Эбигейл. Но у меня не получается. Чё? А чё не сработало-то, алё? Да иди ты Мне интересно, что он она просто стоит и нихуя не делает. Я не понимаю этой логики. Схватить Абигейл за руку. Опа. Время пришло, Абигейл Уильямс. Кости отправится. Нет. Ты проклятье, Салема. И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Не может быть. Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй. Ха-ха-ха.
Почему она тогда его убила? Я что вот теперь? Я знаю правду о твоей смерти, но до сих пор ничего не знаю о своей. Ну-ка давай. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным, самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. Да ладно! Серьезно? Еба! Вот это ты вообще, короче. А зачем вот ты это... убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Твою мать. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке. Вот это было внезапно. Я думал, тут только этот. Только Рекс. В комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Да ладно? Серьезно? Я не мог. Охуеть, вот это сейчас был поворот. Этого не было. Да я бы в жизни. Ты чё слышь? Ты сделала меня убийцей. Он убил эту? Поэтому она на него показала? Да ну слышь, завязывай. Я не пойду. Ну ничего. Ты отправишься со мной. Пойдем, пойдем. А сам-то как вылез? Чё-то как-то изи. Имотеп. Имотеп. То есть она его заставила убить ту девочку на кладбище? Жесть какая. Ой, жесть какая. Об этом я вообще что-то не подумал. А что же там Рекс? У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно, иногда нет. Дрись. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Рекс был убийцей, но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Рекса. И, надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Привет, мастер Ви. Девочка достойна прощения. Фу быть таким. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать... А это даже самые суровые копы закроют глаза. Оу, матушка нашлась. Ядрить. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Салем ждут лучшие времена. Ведь игра огонь, на самом деле. Смерть... Расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я даже не ожидал. Но оказалось... Я даже подумать не мог.
Жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен. До конца. Только а ты еще остался? Сможешь двигаться дальше. Ронан. Или не, уходишь. Жулька, 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 Жулька. Че, Ронан? Все. Пока, Садека. На куражах. Опа. Есть такое, да. Я просто помню, что были как бы... Ну, я, когда она выходила, вроде на дисках работал, и что-то она не особо продавалась хорошо. Тут что-то, короче, внезапинка такая, да? Даже неожиданно. В принципе, вот если бы не было вот этого момента по поводу того, что он типа там кого-то сам убил, то, блин, как-то, знаешь, и собедеял вот этот момент. Я хрен знает. Про Гейла я что-то вообще не подумал. Про Рекса, вот серьезно, я все это время думал про Рекса, что именно он. Потому что, ну, про кого думать точно не станешь. Его в таком хорошем свете показывали постоянно. А что я вообще только про Рекса? Они же все трое убийцы были. Бакстер тоже же убил кого-то, походу. Да, игра все, только что закончу. Это было охуенно. Скажи, что там с пятым уровнем игр. Че рассказывай? Одна игра пока. Все. Пока все. Все же в таблице написано. Че рассказывай? Комиссар? Не. Чё-то типа старший детектив, что ли, лейтенант. В этом духе. Да, игра кайф, под пивко норм заходит. И сон как рукой сняло. Давай, Егор, поеду. Было почти набрано. Серьезно? Там не хватало, по-моему, 180 или 280 тысяч. Примерно. Почти набрано, да. Александр Шишов какой-то там. Еще две игры на четвертого. Не, хватит. Этого хватит. Достаточно. То максимум еще две игры туда добавится. Ну это максимум, прям уж совсем. Все, что осталось в списке из предыдущих уровней, я просто перекинул в другую колонку, чтобы игры не потерять. Потом, когда опять будет трип когда-нибудь в следующем году,
И я туда их закину, чтоб не забыть. Я не помню, что бля, не говорил, что он на Аксиом Вершке нет. Это удивительные какие-то фантазии. Ты такое говорил, Леонид? Чё ты такого не помню? Говорил? Нихуя ты какой. Вот ты чё? И так игр до хера. Я не буду знать, что мне проходить в следующем году, допустим. Примерно в это же время. Я не буду знать, что проходить. Ой, беда. Не придумаю совершенно ничего. Хотя... Да ну. Хотел сказать PS4, но... Там игры еще надо покупать. Придется ждать. Как Блэзер? Резиденты? Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Непройденных осталось, наверное, на ГБА. На PS2 и один на пеку. Чё типа там? Какие долгие титры, и внезапно они без музыки. Абсолютно без музыки. Чё такое? Бот сломался, что ли? Points? Проверим. Поворот. Я что-то чудить сегодня. Ага. Прикол. В логе бота показались очки. В чат не показались. Это интересно. Ну. Ой! Очистить счет. Срочно. Срочно. Тихо. Ты никого и ничего не видел. Нет, ты не видишь. Ты ничего не видишь. Там все было стерто. Ты обманываешь людей. Шести ведьмаками. Не надо. Не надо, ты ничего не видел. Ничего. Да что такие... длинные? Так, Джейсон Брукс, Кэсси Ди Лерман,
Трэвис Валентин, Тиффани Эспер, Лаура Хайн. Говорят, что Гэри Олдман озвучивал что-то в Фоллауте. Кого-то. Но это не точно. Это надо записать 5000 на Ведьмака. Сейчас. Сколько там еще надо? Дохуя. Очень дохуя. Как раз к этому... к Ведьмаку и наберем. Да. К пятому уровню, вернее. Дай нам это, Красноярск православный, десяточку. Подай на восстановление храма. Храма души моей, блядь. Такой Леонид. Может, рублями кинуть? Эй. Это твои деньги. И распоряжаешься ты ими сам, как хочешь. Так. Такие медленные титры, серьезно, как будто титры Властелина колец. Это очень странно и очень долго. Нет, не научитесь. Это будет отличный стёб. Такой 795к. Here comes the money. Еще вот так вот, да? Все внезапно, да? Все прервалось. Обосраться. Хорошая игра, мне понравилась. Всем советую. Но надо проходить на 100% прям. По максимуму. Иначе будет не то. Это будет иначе не совсем то. Вот. А так хорошо, прямо огонь. Прямо отлично. Так, секунду. Надо, во-первых, идти. Чё отсюда перенесу. У меня там